представляем вашему вниманию технологию автоматизированного ремонта автомобильных дорог от компании «Дахир Иншаат». Ямочный ремонт – основная статья расходов по обслуживанию дорог. Только в Москве на него ежегодно выделяется более 20 миллиардов рублей. При этом качество такого ремонта очень низкое, а срок службы отремонтированных участков всего пару месяцев. Мы в компании «Дахир Иншаат» разработали первый в мире мобильный специализированный дорожно-ремонтный комплекс, который позволяет не только минимизировать затраты на ямочный ремонт, но и решить проблему скорости выполнения и качества работ. Процесс ремонта выглядит следующим образом. Сразу по прибытию на место комплекс автоматически становится на гидравлические опоры и включает сигнальные огни, предупреждающие водителей о дорожных работах. Затем с помощью световой индикации оператор определяет зону обработки и подбирает размер будущей пломбы. На этом участие оператора в работе комплекса заканчивается, а машина переходит в автоматический режим работы. Комплекс самостоятельно применяет различные инструменты, сменяя их в нужной последовательности. Сперва машина аккуратно проходит фрезой по наружному контуру ремонтируемого участка, а затем переходит к фрезерованию внутреннего объема, что позволяет получить аккуратное отверстие нужного размера. С помощью вакуумного устройства комплекс удаляет дробленые остатки старого покрытия и при необходимости заполняет образовавшуюся под асфальтом пустоту специальной смесью из бункера машины. Затем комплекс извлекает из магазина в кузове соответствующую размеру отверстия пломбу и устанавливает ее точно в подготовленную ранее нишу. Весь технологический цикл ремонта не превышает 5 минут. Пломбы, хранимые в охлажденном виде, изготовлены из высококачественного гранитного щебня и смолы методом вибровакуумирования. После установки такая пломба нагревается и расширяется, выбирая зазор между собой и старым асфальтом, что позволяет создать необычайно прочное соединение. Стоимость такого ремонта намного ниже стоимости ямочного, а срок службы отремонтированного участка значительно дольше. При этом машина может работать в любое время суток и практически при любой погоде. Наша технология универсальна и решает главную проблему дорожного покрытия. Своевременное обнаружение и устранение повреждений на ранней стадии позволяет предотвратить их распространение и снизить стоимость обслуживания дороги. Всего несколько подобных машин в состоянии выполнять качественный и оперативный ремонт дорожного покрытия целого города. При этом экономя миллионы долларов. А десяток таких комплексов могут обслуживать целый мегаполис, ежедневно проделывая 1000 и более локальных пломбирований. А согласно открытым источникам, на ямочный ремонт в таких городах выделяются сотни миллионов долларов бюджетных денег, которые тратятся чрезвычайно неэффективно. Узнайте больше о наших технологиях на сайте компании «Дахир Иншаат».